Данное видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 351. Какова область определения функции, заданной формулой? А. Y равняется 7, деленное на x квадрат минус 4. Б. Y равняется 8, деленное на x квадрат плюс 4. Что такое область определения функции? Согласно определению, это все значения независимой переменной x, при котором функция имеет смысл. Разбираем пример А. Перед нами дробная функция. Дробь действия деления. Мы помним, что на 0 делить нельзя. Поэтому областью определения данной функции будет выражение x квадрат минус 4 не равняется 0. Согласно правилам решения уравнения, мы неизвестное оставляем слева, известное переносим вправо. X квадрат не равняется 4. Поскольку степень четная, то мы должны помнить, что как 2 в квадрате будет равняться 4, так и минус 2 в квадрате будет равняться 4. Поэтому мы получаем два значения x. X не равняется 2 или x не равняется минус 2. Б. Y равняется 8, деленное на x квадрат, плюс 4. Здесь функция тоже представлена в виде дроби. Но мы должны помнить, что x квадрат – величина неотрицательная. Она может быть равна 0 и всем числам, которые больше 0. X квадрат больше либо равно 0. Далее в знаменателе есть выражение x квадрат плюс 4. Значит, она тем более больше либо равна 0. Поэтому при любом значении переменной x мы получаем значение выражения больше либо равно 0. Значит, мы делаем вывод, что значение переменной такое – любое число. Если вы хотите видеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube или задавайте вопросы в соцсетях.